Далее смотрите патрульную службу с Ириночкой Новой. В условиях пандемии прокуратура Тверской области уделяет особое внимание предотвращению фактов распространения подложных медицинских документов. Только за текущий год органами прокуратуры Тверской области в суды направлено более 30 исковых заявлений о признании информации в сети интернет запрещенной и о блокировке доступа к соответствующим интернет-сайтам. Речь идет о сайтах, где публиковались предложения о предоставлении медицинских справок об отсутствии у вас ковида или о прохождении вами вакцинации без каких-либо медицинских действий. Следует отметить, что за использование подобных документов, а равно за их изготовление, предусмотрена уголовная ответственность статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за такие действия предусмотрено до 2 лет лишения свободы. Сама по себе публикация такой информации незаконна. Мало того, подобные услуги нередко предлагают мошенники. Так что сотрудники прокуратуры советуют: увидели такое объявление, сообщите в правоохранительные органы. И еще, заблуждаются те, кто рассчитывает на получение путем обмана нужного документа и сертификата о прививке. Таких документов не получить. И как следствие, в настоящее время в некоторых регионах уже действуют QR-коды. Это никакого QR-кода у гражданина не будет, и на портале госуслуг соответствующие сведения не появятся. Лучше, уважаемые друзья, не болеть и соблюдать закон.